12 миллиардов тенге выделены на ремонт дорог в Акмолинской области, в том числе около 5 миллиардов из республиканского бюджета. На эти средства обновится почти 178 километров дорог местного значения. Среди них и строительство новых трасс. Новое дорожное полотно появится в 7 малых городах и 8 районах региона. Среди них Степняк, Атбасар и Аколь. Особое внимание руководство области уделяет 5 аварийным водопропускным сооружениям на автодорогах районного значения Сандыктауского района. Они пострадали от весеннего паводка. К слову, ремонт в регионе ведется по нескольким программам. Это развитие Щучинско-Боровской курортной зоны, населенных пунктов пригорода Астаны, моногородов и регионов. Перемены ожидаются и в самом Щучинске. Это капитальный ремонт автомобильной дороги Новоколутон-Аколь-Затминская, Есильский район, это средний ремонт автомобильной дороги Бузулук-Алматинский. Также в Цельноградском районе проводятся ремонтные работы по реконструкции и строительству уличной дорожной сети районного центра Акмол, подъездной дороги Каулу-Родина. Также работы продолжаются по населенным пунктам Хоше. Также ремонтными работами будут охвачены автомобильные дороги районного значения. Это у нас Щучинск-Николаевка Бурабайского района. Выделены средства в рамках Щучинско-Боровской курортной зоны на завершение улицы Пролетарской. В текущем году выделены средства. В текущем году капитальный ремонт будет завершен. Также выделены средства на средний ремонт города Щучинска.